Рубашка, она еще не выглядела с губками новенькими, славненько. Это кто такой написал-то? Елена Бобровская. Считает, что ты накачала губу. Елена, смотри, пока я жив, возможно, завтра упадет кирпич мне на голову, и Рита погорюет и найдет себе другого. И он, возможно, ей разрешит. Никогда, ни при каких обстоятельствах Рита не будет себе накачивать губы. Ну, это так, к слову. Но если ты так видишь, видь. Так пусть каждый видит, как хочет. Кто-то видит, что ты беременная, кто-то видит, что ты там, не знаю, что-то себе там ботокс какой-нибудь вколола, наверное, ну, пока еще не писал или не знаю. Ну вот, конкретно Елена Бобровская считает, что ты накачала губу и так славненько. Славненько. Ну ладно. Так. Если накачает, поверьте, сразу же увидите и узнаете. Скрывать-то уж мы точно не будем. Так. Ну. Виталик на ночь кофе выпил. Чуть-чуть. На руках его. Чуть-чуть выпил-то. А как ночью спать? Какой классный ремонт сделали. Ну, такой, да. Ну, еще не доделали. Ну, то есть сделали, но теперь надо дизайн. Видите, вот здесь вот пусто. Вот здесь пусто, а будет густо. Вот видите, даже штор нет. Как бомжи живем, штор нет. Почему вам не нравится накачанный губ? Потому что я считаю, что идеальная. У Риты идеальная своя форма. Ну, так уж получилось свыше, что у Риты идеальная форма губ. Мое мнение. Ну, какие-то моменты в лице мне не нравятся. Не из-за того, что там я придираюсь, а я просто вижу какие-то недостатки не для того, чтобы хейтить ее, а я знаю, как это сделать. То есть я знаю, как поднять, например, вот эту часть, да, я знаю, как сделать, как у Риты, вот он у нее ровный лоб, у нее есть морщинки, если она не занимается, да, то есть вот у нас просто в марафоне фейсфитнес есть, да, ну вот, она делает верхнюю часть, просто она вынуждена, потому что она вам показывает, так бы она не делала. Вот, например, на нижнюю часть она забила, да, видите, у нее губки немножко опускаются, вот смотрите, так лучше или вот так, не улыбайся. Я не могу. Не улыбайся, просто смотри нормально, смотри, вот так вот лучше, вот так вот лучше. Или вот так вот лучше? Конечно же, вот так вот. Просто вот так вот человек, когда просто не улыбаясь, у него подняты кончики, он выглядит моложе и веселее. А ты забила, кстати. Ну вот, на этом мы поговорим. Так что вот, у нас, я никому не доверяю в плане физического воспитания и здоровья, доверяю только своему разуму, своим мозгам, своему интеллекту и своему опыту. Вот, и все, что делаем, это делаем только наша программа. Кстати, пользуюсь нельзя с тобой? Почему? Да? Ладно. Так. Так. Что, пока Рита нет, давайте я телефон сюда так сделаю. Так, сейчас. Да. О, это я, да. Так вот, что я говорил-то? Пользуясь случаем, кстати, зову всех в абонемент стройности, это 2 недели, 3-4 раза в неделю мы с вами будем заниматься, и мои мозги вам вложил, вы просто повторяете и делаете с вами идеальную фигуру, 1, 2, 3, оба-на! Вот, в общем-то, как-то так, да. Что насчет Борг? Был эфир, если вам непонятен эфир, ну как бы, посмотрите еще раз, может быть, что-то поймете. Все прямо разжевали, и даже более того, положили вам в рот, так, и даже немножко пропихнули, остается только проглотить. В общем-то, вот. Ну, как я считал, что технологическая ошибка там, так, я и считаю, как... Я все сказал, в общем-то. Вот, да, еще раз, пока Рита там, она у меня писунья, вы уж извините, почки работают прям как часы, прям так завод такой там, знаете, сердце работает круто, да, там печень, селезенка, все работает круто, и почки работают как надо, у нее работали плохо почки. Сейчас работает классно, она прям писунья, писает прям как по часам, то есть вот она сейчас писает, никаких проблем. Ну, вот.